Эй! И мы продолжаем наш концерт. Сегодня в нашем меню прекрасная песня про отраву. Не советую. Давай! Но она женская. Мы ее чуть-чуть поменяем текст, как всегда. Если бы ты знала, как мне жаль, если бы ты знала, как болит, если бы ты видела мою печаль лицо, ты бы знала, о чем она говорит. Да не важно, что я сказал, да не важно, что и как, ты меня увидела и поняла, что я далеко не дурак. Снова стоишь одна, снова куришь много, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стоишь одна, снова куришь много, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Ах, какой печальный момент. Вот как тут не спросить, где бокал? Да вроде бы нашли пятый элемент, разделив его нам пополам. Да не важно, что я сказал, ну бывает переборщил, ладно. А ты меня услышала и поняла, что я далеко не дурак. Снова стоишь одна, завязывай. Снова куришь много, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стоишь одна, ты снова куришь много, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Па-па-па-па-пам, 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 па-па-па-па-пам. Вообще завязывай с этим делом. Посмотри, есть неплохой видеокурс Ален Карр. Легкий способ бросить курить. Я буду счастлив, если у тебя получится. Если бы ты знала, как мне жаль, если бы ты знала, как болит, если бы ты видела мою печаль лицо, ты бы знала, о чем она говорит. Да не важно, что я сказал, был на эмоциях. Да не важно, что и как, забудь. Я тебя услышал и сразу понял я, что ты далеко не дурак. Снова стою один, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Есть это, зажигалка есть? Дай, пожалуйста. Сейчас, секундочку. А, у меня в машине осталось. Тишина, взятая за основу. Сейчас. А вокруг тишина, взятая за основу. А вокруг тишина, взятая за основу. Ну что, перекурим, выйдем, да? Хорошо. В общем, бросайте курить. На самом деле там никого нет. Это я просто... Не верите? Ну вот.
а вокруг тишина, ни души нет здесь. Я один, берегите себя, мои дорогие. Адиос, амигос.